писательство, профессия или состояние души? Об этом на своем творческом вечере рассказал автор нескольких романов-бестселлеров Ренат Валиуллин. Ренат завоевал популярность благодаря своим емким и жизненным цитатам, которыми говорят герои его книг. Он пишет о взаимоотношениях людей и обо всем, что нас окружает. Ученики подготовили вопросы для столь неординарной личности. Как нужно писать? Что требуется для того, чтобы быть писателем? Писать нужно всегда, если пишется. Вот это мое глубокое убеждение. Ренат не только поэт и писатель, но и филолог. На вопрос учеников, что бы вы преподавали, он ответил: языковые средства и писательское мастерство. А учениками и образованием в IT-лицее он искренне восхитился. Меня, конечно, это все сильно удивило, потому что это нечто новое в моем понимании вообще образования. Сами ученики, мне кажется, тоже, как уже показала наша встреча, они довольно интересные и читающие, и это было очень приятно. Напоследок Ренат сказал, что с удовольствием бы доверил создание своей официальной страницы ученикам лицея и даже готов назначить за это приз – собственную новую книгу с автографом. А такие творческие вечера будут проводиться в лицее еще не раз. Марина Захарова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.